Экономический форум в Санкт-Петербурге в этом году проходил под девизом «Создавая экономику доверия». На форуме Чувашия обзавелась целым рядом договоренностей. Были подписаны документы с двумя крупными банками и трехстороннее соглашение с Внешэкономбанком. Меморандум позволит расширить взаимодействие сторон в целях улучшения инвестиционного климата республики, а также содействовать созданию условий для ее устойчивого экономического роста. Что нам дал Санкт-Петербургский форум? Это прежде всего то, что Внешэкономбанку интересно предприятие Чувашской Республики, интересно направление, которое выбрало правительство Чувашской Республики. И есть определенные сегменты, те направления, которые Внешэкономбанк готов участвовать. Это электроэнергетика, это электроника и здравоохранение. В частности, это реконструкция перинатального центра.